На старте ребята, их родители и педагоги. В Барвихинской школе проходит ежегодный спортивный праздник – закрытие лыжного сезона. Ребятам очень нравится кататься на лыжах. На самом деле, хоть бы его ни была погода, они всегда с удовольствием. И самое главное, их поддержат их родители. И я даже знаю, что ездят на выходных кататься в наш парк. Посоревноваться смогли все классы с 1 по 11. Готовились ответственно. Для школьников не прошли даром уроки физкультуры, родители вспомнили свои спортивные успехи и даже для учителей организовали специальную лыжную подготовку. В рамках партийных проектов «Детский спорт» и «Здоровое будущее» мероприятие поддержали одинцовские активисты «Единой России». Стремление к увеличению ваших результатов. Вы растете, значит, результаты ваши растут, значит, вы становитесь стремительнее. Ну, я пришла, чтобы попробовать выиграть или какое-то место занять. Ну, мой брат еще тут будет. Кроме лыжных заездов, все желающие поучаствовали и в зимних забавах. Ребята перетягивали канаты, устраивали бои подушками, а затем смогли подкрепиться горячим чаем со сладостями. Обязательно будут призы, грамоты, кубки, медали. Но это мы сделаем, наверное, в понедельник. После соревнований подведем общие итоги и вручим обязательно каждому победителю. Победители объявили в каждом классе среди мальчиков и девочек. Юные спортсмены получили грамоты, медали и кубки. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».